25 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 7498 заболевших. С выздоровлением выписали 6918 человек. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.